Внимание! Нас ждет важное задание. Блэквуд собираются начать массированное наступление в Северной Африке. Подготовка идет полным ходом, но пока они уязвимы. Если мы устроим диверсию, то сможем нарушить их план. Следуйте моим инструкциям, и тогда Блэквуд не поздоровится. Снайпер убит. Повторяю, снайпер убит. Наша первая цель — ракетная база. Можно вывести из строя командный центр. Разведка подтвердила наши худшие опасения. Аберон все еще жив. Его не было в вертолете, который вы сбили в Китае. Похоже, сейчас он руководит операцией здесь. Если встретите ублюдка, вы знаете, что делать. Патроны здоровья и броня восстановлены. Игроки возвращены. Это командный центр базы Блэкни. Найдите серверную комнату и загрузите вирус в их систему. Вход должен быть где-то рядом. А вот и вход, бойцы.
Пещеры приведут вас прямо к базе подводных лодок. Эта база — наша следующая цель. Доберитесь до субмарин. Затопите ее, чтобы заблокировать канал. Это задержит врагов. Пошли! Я убил стрелка!
Глазам своим не верю. Это Оберон. За ним, быстро! Вам стоит использовать этот код. Введите этот код. Это газ. Пошевеливайтесь, ну же! Я не понимаю, что происходит. Зачем он? Защищайте серверы, пока идет загрузка данных. Наверняка это уловка. Какой-нибудь вирус. Можно идти. Сходится. Оберон выложил нам все. Мы знаем расположение главной базы Блэквуд. Мы знаем, что она без охраны. Это очень странно. Вертушка в пути, бойцы. Позиции. Вертолет в пути. Хватит пряток. Задайте им жару. Значит, это и есть их главная база. Легендарная пирамида Анубиса. Они превратили ее... Черт, держитесь! Вы в порядке? Все живы? Нужно попасть в эту пирамиду. Снял стрелка. Продолжаем движение. На месте.
Мы ищем вход. Найден. Вперед. Жили в Европе. Придется повторить. Перегрузим генераторы, вся система выйдет из строя. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен.
Граната! Теперь из этих яиц никто не вылупится. Самое время возвращаться. Патроны, здоровье и броня восстановлены. Игроки воскрешены. Вертушка подбита. Мы не можем выслать другую. Ожидайте бронированную машину.
почему-то я уверен, что мы встретимся снова.